Когда у меня начнется светлая полоса в моей жизни. Мои золотые друзья, я все говорю и говорю, а вы все не хотите слышать и не хотите слышать. Человек, он как пароход. Когда человек начинает жить, то у него есть цель. Вы думаете, каждый из вас думает, что живет бесцельно, на самом деле это не так. У каждого человека есть цель. Но она четко не обозначена. То есть вы живете и четкой цели, ну приблизительно, людям говорят, найдите какую-то цель, живите ради цели. Нет, эта цель, она не так ставится. Ваша цель, она ориентируется на то, чего вы хотите. И вот когда вы просыпаетесь утром и начинаете жить, то как вы живете? Вам не нравится что-то, правильно ведь? В большинстве своем, когда человек просыпается, то почему-то люди так ориентированы жить таким образом, чтобы им все не нравилось. То есть человек встает, ему не нравится, как он выглядит, не нравится, что вокруг него находится. Есть еще второй вариант. Он просто не обращает ни на что внимания. Если рассмотреть психоэмоциональное состояние всего дня, то в большинстве своем есть негативные эмоции, позитивные эмоции и отсутствующие эмоции. Так вот, в большинстве своем люди живут таким образом, что приблизительно 1-2% у него негативных эмоций, 70-80% никаких эмоций и там небольшое количество положительных эмоций. Поел, поспал, полежал, там очень мало этих эмоций. В большинстве своем человек может очень часто находиться в подчеркивающих плохих эмоциональных состояниях. Вот. И теперь к чему это я все говорю? Одна из тайн эзотерики заключается в том, что с человеком происходит то, что он чувствует. Почему? Представьте, что высшие силы, они воспринимают из человека или воспринимают жизнь человека как эмоции, прекрасные эмоции и прекрасные счастливые такие чувства, которые выделяет человек. И человек обычно просыпается, ему уже все плохо, ходит, ему все плохо, он на кого-то бурчит, думает о ком-то плохо, сам себе не нравится, дети его раздражают, близкие раздражают. И человек начинает смотреть телевизор, никаких ощущений и чувств не создается, после чего он заканчивает, потом у него раздражение из-за болезни и так далее. Это все заканчивается тем, что ничего не происходит хорошего, и человек... Но дело в том, что эзотерика – это путь не доли, в которой родился человек, или судьбы, а путь воли, то есть того, что человек хочет. Я когда-то говорил, хочу еще раз повторить. Как добиться наслаждения в жизни? Для того, чтобы добиться наслаждения в жизни и перейти на светлую полосу, нужно ориентироваться на то, чтобы жить светло. А это еще как? Помните мои слова, просыпаясь, произносите, мне нравится это, мне нравится это, мне нравится это. Вот я перед тем, как взять чашечку, говорю, мне нравится пить, мне нравится напиток, мне нравится чашечка. Только это не вслух делаю, а пытаюсь почувствовать. Нравится, когда я смотрю на свою жену, нравится, если меня какое-нибудь воспоминание настигает. Я говорю, мне нравится это воспоминание, хорошее тогда было время. То есть я пытаюсь жить таким образом, чтобы все, что или вся информация, которая появляется в моей жизни... Что-то плохое произошло, я говорю, да, так тоже бывает, ага, ничего страшного. То есть я пытаюсь это все сделать в таком русле, чтобы как можно больше создавать приятных чувственных состояний. В каком состоянии я живу? Несмотря на то, что нет света, несмотря на то, что нет там чего-то в нашей жизни, несмотря на то, что происходит, я все равно не отказываю себе в возможности жить через позицию, наслаждаться жизнью. Каким образом? Даже в темном помещении, даже без телефона, электричества, даже голодным и даже без денег человек может сделать выбор, получать наслаждение. От чего? Ну ты же живешь. Да, ну так радуйся. Ты же живешь. Всегда помните, как сказал в свое время Артур Шопенгауэр, он сказал, всегда может быть хуже. А об этом еще и говорил в свое время. Об этом в свое время неудобно немножко. Об этом в свое время много кто говорил. Но что же ждать, когда будет хуже? Давайте жить так, чтобы всегда было хорошо. Поэтому, когда начнется светлая полоса, когда утром каждый день вы будете произносить слова «мне нравится это», «мне нравится то», 1000 раз на протяжении дня произнесите слова «а мне нравится» и будет переходить жизнь в светлую полосу. Просто 100% проверенная информация. Эля Чизунине.